Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас новый монстр, знаете, как он называется? Автобус-пожиратель! Представляете, была горка, и чего только не было. А тут у нас новая техника подъехала, в прямом смысле этого слова. Это видео с канала Аниматор. Все, кто за 3 секунды поставит лайк и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не приедет автобус-пожиратель, ни в коем случае. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Но мы начинаем. Какой милый парень. Борисов был начинающим журналистом и очень хотел работать корреспондентом в кадре. Для осуществления своей детской мечты он сделал очень многое. Да. Он скинул лишние килограммы. Так. Вот видите, старался не пропускать тренировки. Какой молодец, взялся за свою жизнь, так надо достигать всего. И ходил на уроки по технике речи. Молодец, горжусь. Ему повезло попасть в качестве стажера на утреннее шоу, рейтинги у которого были очень высокие. Утреннее шоу, я бы не проснулась к нему. Кофе, заказывал канцелярские товары и помогал ведущим вести социальные сети. И вот буквально на днях один из продюсеров предложил ему попробовать себя в качестве корреспондента. Отлично, добился своего. Снимать сюжеты о разных событиях в городе. Ну капец, кажется. Первым его заданием было. Давайте не будем забывать, что это видео называется «Автобус-пожиратель». Значит, парень сейчас попадет в самую гущу событий. Зрителям о том, что совсем скоро запускается новый автобусный маршрут, который значительно облегчит жизнь горожан. Ну давай расскажи. Чтобы быть убедительным в сюжете, Юра решил, что ему следует заранее посмотреть на тот автобус, который будет курсировать по новому маршруту. Какой молодец этот Юра, мне нравится. С теми, так надо подходить к делу. Интервью. Сотрудник автостанции предложил молодому журналисту самому осмотреть все, так как свободных людей, чтобы показать ему автопарк, не было. Ну, пацан, готовься, сейчас, ребята, начнется кровище. Транспорта. Его внимание привлек очень странный автобус, который в свете дня переливался разными оттенками. Красиво. Такого он никогда не видел. Журналист заглянул в салон. Так это тот автобус или нет? Ему, как необычно расположены кресла. Как? Они словно выросли из пола. Да, как деревья. Затем парень подошел к кабине водителя и опять удивился. Кресло было покрыто мелким ворсом, а педалей газа и тормоза почему-то не было. Странный автобус. Дорогие друзья, позвольте вам рассказать про очень необычный автобус. Пробубнил негромко Юра, репетируя текст завтрашнего сюжета. Так, так. Пока никто не видит, он сел в кресло, не надо которое туда под садить. Ним пошевелилось, как будто живое. Как собака. А еще оно было очень теплым и уютным. Как собака. Юра взялся за руль, внутри которого почувствовал пульсацию. Парень присмотрелся. Так, теперь ты станешь водителем автобуса-пожирателя. У которого были расположены дворники. Они как ресницы. Погоды. Но и они были пушистые, странными. Не резиновые, как обычно, а с какими-то мелкими пластинами и больше походили на усы гигантского насекомого. Друзья, я нахожусь за рулем очень необычного автобуса. Негромко, но ты это еще не понял? Сказал Юра. Ты теперь его водитель, и теперь его заложник, минуту, ты отсюда не выйдешь. Он почувствовал, как за правый бок, чуть выше ремня, его кто-то потрогал. О-о-о! Он поднял руку и увидел, что из-за спинки кресла как таракан. Что-то похожее на лапку паука. Ай! Наверное, этот такой ремень безопасности. Ты что, с ума сошел? Беги! Журналист. Хотя уже все. В эту минуту острый коготь вонзился ему в бок. Там наверняка яд. Сквозь пиджак этот отросток пытался проникнуть внутрь тела. Мама! Он хотел выскочить, но не получалось. Его ступни в ботинках были обмотаны. Он его сейчас просто высосет, как сосуд. Из как пола. Вино инстинктивно из понимая, кувшина. Что он в как его воду из вниз, бутылки. Развязал шнурки и выдернул ноги из обуви. Затем одну за другой. Фу, он впился прям в него. Он прям впился в него. Мерзкая мерзость. Тут надо не вот так как деликатно отодвигать, нужно выдирать. Но он стал пинать ее, и в какой-то момент она распахнулась. Локи выпрыгнул на улицу, задрал футболку. Тебе дико повезло. Сбоку в районе ребер. Тебе дико повезло, я уверена, что сейчас там яд. Как будто его укусили два больших комара. Там яд.
Утром следующего дня он проснулся бледным. Или нормально, сейчас его начнет глючить. Он запорит все дело. Решил, что если вдруг там будет опять тот же автобус, то он просто не будет его снимать. На входе он встретил очень обеспокоенную женщину-диспетчера, с которой познакомился накануне. Она уже сказала, в курсе, просто не знает, кому рассказать, по новому маршруту, что ей не поверят. Пропал. Но самое странное, что автобус, на котором он должен был уехать, стоит на месте. Обалдеть, он уехал не на том автобусе. Водитель отправился на другом, да, которого у них никогда не было. Да. В эту минуту парень Юрий понял. Позвонил продюсер программы и велел срочно ехать в центр города. Там пропали несколько человек. Они сели в автобус, и больше их никто не видел. Так, такое может быть все что угодно. Такси, автобус, велосипед, помчались туда, самолет, где пропавших людей поезд. В последний раз. Проезжая мимо рынка, парень увидел, что автобус, который вчера его укусил, едет им навстречу. Алло, меня укусил автобус. Посоветуйте, что делать. Машина съемочной группы развернулась, сравнялась с кабиной, и корреспондент увидел, что водитель сидит неподвижно. Руки его лежат на руле. Да потому что он все мертв. Пассажиры внутри салона спали или были без сознания. Парень открыл стекло и стал кричать водителю, чтобы тот тормозил. Ага. Как тормозить-то, если педали нет? Водитель повернул к нему лицо, и Юра вздрогнул. Это был пустой, отсутствующий взгляд. Мужчина выглядел так, будто уже умер. Так и есть. Немного пристав... Но автобус его узнал, этого парня. Заметил, что из задней части головы торчит какой-то отросток, который уходит за спинку кресла. И это похоже на людей в черном чем-то. Там у них тоже были такие паразиты. Было очевидно, что это не автобус, а монстр. Да. На огромной скорости. Наконец-то дошло. По улицам, я думала, до него это вчера еще дойдет. Все правила дорожного движения. Съемочная группа не отставала. Надеюсь, вы это все снимаете. Съемочная группа. Оба транспортных средства выехали из центра и мчались по промышленной зоне. Машины людей вокруг стало меньше. В какой-то момент автобус на полном ходу развернулся на 180 градусов, ага, и остановился. Так. Машина съемочной группы тоже затормозила. А что делать-то еще? Сквозь стекло Юра и водитель увидели, что у автобуса вместо фар глаза. Он как насекомое. Которые были прилеплены в верхней части стекла, поднялись как усы. Вы идиоты. А на месте снимайте это все. Вдруг появился зубастый. Хотя бы на телефон. Ты сразу станешь самым лучшим ведущим на этом канале. А, снимаю. На месте, где у автобуса были колеса, вдруг стали появляться ноги, как у гигантского насекомого. Обалдеть. Автобус приподнялся на них и двинулся в сторону съемочной группы. Водитель съемочной группы рванул рычаг переключения передач и задним ходом стал уезжать от странного жука, который начал преследование. Юра набрал номер продюсера и сказал, что если сейчас его выведут в прямой эфир, то он им покажет самый сенсационный материал, которого никто и никогда не видел. Да. Это можно было продать подороже, но нет. Страна прильнула к экранам телевизоров. Особенно в ужасе была мама Юры. В прямом эфире ее она обалдела. Сын убегал от какого-то странного автобуса-жука. Тем временем люк автобуса вдруг открылся. Крылья? Он сейчас улетит оттуда вместе с людьми! Длинные сложенные крылья и постепенно начали расправляться. Красивые. Сначала прозрачные. Неуже, но с каждым взмахом как зеркальные, стеклянные. Автобус стал медленно взлетать. Капец, вы упустили такой автобус. Что сейчас этот монстр будет их преследовать уже по воздуху. Водитель развернул машину и помчался на полной скорости обратно в центр. Быстрей! В этот момент экраны телевизоров потухли, и сюжет прервался. А все потому, что автобус-пожиратель схватил машину сверху и поднял ее. Он ее сейчас может скинуть в любой точке мира, блин. Оператор, который снимал через окно, выпал наружу, а машина съемочной группы, подхваченная монстром, поднималась над городом. Оператор выпал, понял, это все. Что план у монстра очень простой.
поднять машину как можно выше и бросить вниз, чтобы они погибли. Водитель бросил руль, открыл люк в крыше их микроавтобуса и предложил выбраться наружу. Друг за другом молодые люди поднялись наверх. Не теряя времени, каждый из них вцепился в лапу монстра. Ему надо откусить. В ту же секунду пожиратель отпустил микроавтобус. И переворачиваясь в воздухе, после этого им было бы не выжить. Что есть? Но сейчас они на своем враге. Люди держались за эти отростки автобуса, который летел высоко над городом. Да. Неожиданно дверь кабины распахнулась. Оказывается, водитель пришел в себя. Он кинул сверху свой ремень, к которому сначала Юра, а затем и теперь они внутри, получается, этого монстра. После чего мужчина снова стал как зомби и без сознания упал. Это был его последний рывок, его нужно снять с этого кресла. Автобус пошел на посадку. Он резко ударился о землю. Пассажиры в салоне попадали со своих мест. Выходите, выбирайтесь, разбивайтесь двери. Они помнили, что сели в автобус, помнили, что внутри салона стало пахнуть каким-то газом, и вот они очнулись среди поля, ничего не понимая. Салон вновь стал наполняться вонючим газом. Юра и его коллега со всей силы стали пинать двери. Их примеру последовали другие пассажиры. Через минуту люди смогли выбраться наружу сквозь щель в дверях. Они отбежали на небольшое расстояние и стали наблюдать, как автобус, внутри которого скопился зеленый газ, опять расправляет крылья. Водитель, который остался внутри пожирателя и до этого момента был как будто неживой, вдруг поднял голову. Он живучий, я вам скажу. Ясными. Он осмотрелся вокруг. Выбирайся, стал парень. Что-то искать. Затем достал из кармана зажигалку. Он сейчас все сожжет. Он увидел, как с третьего раза из нее вырвалось пламя, и автобус, который в эту минуту летел в сторону людей, взорвался, разлетевшись на куски. Этот парень герой. А скопившийся внутри рванул с такой силой, что от автобуса остались только колеса. Очуметь. Кажется, я не очень хочу быть журналистом. Это парень, это рядовой случай, нормально все. Вся жизнь такая. Понравилось. Надеюсь, вам это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока!